Сергей Зайцев провел оперативное совещание с представителями региональной власти, на котором обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям и работу регулярных пассажирских перевозок. Заместитель генпрокурора подчеркнул, в области есть положительная динамика в предоставлении многодетным семьям земель, но на некоторых объектах нет инженерной инфраструктуры. Сергей Зайцев поручил провести ревизию территории, чтобы решить проблему. Что касается пассажирских перевозок, заместитель генпрокурора указал на несоблюдение рядом перевозчиков условий муниципальных контрактов, нарушение графиков движения. В рамках совещания проработаны пути решения этих проблем, их реализация поставлена на контроль. Также заместитель генерального прокурора встретился с управляющей социальным фондом Алевтиной Чалковой. Они обсудили вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.